больше всяких похвал, там, от отчаяния защитник австрийской команды стучал клюшкой, пытаясь ввести в заблуждение латвийского форварда. И гол! Момент. Мартинш Ципулис открывает счет, знаешь, чуть позже. Великолепная комбинация получилась. Ну и здорово Ципулис подошел к этому броску. Херберт Васильев увидел партнера, молниеносную передачу отдал, и Ципулис все исполнил на пятерку. Австрийской команды на льду Бох, Ванек и Зетцингер. Еще выход может быть один в один. Насколько скоростной нападающий. Нормально. Здорово. Вот что он сделал сейчас. Просто классный контратак. Шестая шайба сборной Латвии на этом турнире. И шестой автор этой заброшенной шайбы. Я не верю, что Дзерин, конечно, выходил, но